Привет-привет, всем доброй ночи. Меня зовут Лилия Донскова, и я не случайно вас собрала здесь именно ночью. Сейчас на часах 23:10, и я сегодня хочу попробовать новинку от компании Oriflame. Это ночное средство, и это не крем для лица, это не ночная маска, это... Вот это что? Это ночная маска эликсир масло. Масло-эликсир именно для ночного ухода за волосами. Я заказала тестеры. Приходят, кстати, сразу две штуки в комплекте. Это очень здорово. И я вчера попробовала первый уже на себе. Первый пакетик я вскрыла. Видите, тут уже дырочка. И только остался вкусный аромат. И именно поэтому я решила срочно записать это видео и при вас попробовать второй пакетик. Почему? После того, как я вчера нанесла это масло и легла спать через некоторое время, мне не терпелось утром посмотреть, что станет с моими волосами. И они стали какие-то просто волшебные. Я сегодня весь день ходила с распущенными волосами. И, во-первых, да, немножечко расскажу вот сначала свои ощущения, а потом чуть-чуть про масло. Волосы стали мягкие. Они у меня вчера были закручены на плойку, и к вечеру они просто аж хрустели от сухости. И мне, честно говоря, было даже их немножко жалко. Ну, красота требует жертв, как говорится. И после того, как я утром стала расчесывать волосы, я удивилась. То есть расческа просто скользила по волосам, хотя еще и кудряшки на кончиках оставались. То есть такого у меня не было уже очень давно. С того момента, когда я стала смывать черный цвет, волосы стали такие сухие, непривычные. А сегодня они вот все рассыпаются. Я просто балдею. Немножечко скажу про масло, его состав. Это у нас не просто масло, это масло-эликсир. Содержит масло камелии, органовое, репейное и розовые масла. И что я заметила сразу, что текстура у масла невесомая. Многие пишут про масло Элио, вот, которое у нас было, кстати. Сейчас покажу вам. Оно у меня всегда здесь на полочке. Вот это масло, оно намного гуще, чем то, которое я выдавила из пакетика. То есть из пакетика масло прям такое жиденькое-жиденькое было. И многие писали, что после этого масла волосы как бы там смотрятся жирные, утяжеляет масло. Ну, вот именно после вчерашнего у меня никакого... Вот видите, да, это сегодня два дня, как я уже помыла голову. Вчера я легла спать с этим маслом. Не могу, балдею весь день от своих волос. И сейчас покажу, как пользоваться маслом. Ну, вот сейчас у меня пробник, и я вам всем рекомендую выписать в 11-м каталоге пробник, чтобы на себе лично ощутить это масло, опробовать. И так аккуратненько вскрываю ножничками, отрезаю до конца. И просто выдавливаю себе в ладошку. И оно жиденькое, видите, оно просто выливается. Я выдавливаю все, не экономлю, потому что, как видите, у меня волосы длинные и густые. И чтобы их хорошо промазать, мне надо... Ну вот как раз только масло я обычно и использую. Я его просто так на руках распределяю. И начинаю распределять по волосам. То есть не все сразу в одном месте сбрасываю. А то есть у меня все ладошки еще мокрые. Я вот аккуратненько внутри где-то дотрагиваюсь, оставляю маслице. То есть чтобы оно у меня все по волосам. Особенное внимание я уделяю своим сухим кончикам. Вот бы их так напитать, чтобы они стали шелковые. И видите, вот сейчас выглядит так, как будто масла много и оно жирное. Но достаточно быстро оно все впитывается в волосы, и к утру, я думаю, опять не останется и следа, а только божественный аромат, намного вкуснее, прям в разы вкуснее, чем то масло, которое было раньше. Мне и то нравилось, но это просто великолепное. Все, вот нанесла на волосы, можно кончик челки чуть-чуть. Видите, челка как сегодня лежит, вообще классно. Я обалдею. Сегодня столько комплиментов получила. Я ходила на встречи с клиентами, относила заказы. И вот каждый мне сказал, как у меня шикарные волосы, как мне идет распущенные волосы. Они же такие все развиваются. Ой, какой кайф. Все, вот я масло нанесла. И сейчас я просто
соберу их в косу, чтобы они не путались, не смешивались там, по подушке не ерзали. То есть я заплетаю такую косичку себе, а утром распущу, расчешу их и опять буду балдеть. То есть я сейчас голову мою где-то через 3 дня. То есть 3 дня хожу, потом мою. Вот. Ну, все зависит, конечно, от волос, как, насколько они там сухие или жирные. У каждого свое, да. Ну, вот так. Сейчас приколю заколочку, и можно будет с такой косичкой ложиться спать. Вот, рекомендую масло, просто бомбическое, классное. Но если мне не верите, закажите пробник, всего 30 рублей, по-моему, стоит 2 пакетика, для того, чтобы попробовать, прежде чем купить большой. А, кстати, большой будет вот в таком же флаконе, только красиво такого и сине-черного цвета. Я думаю, что это будет просто бомба. Ждем новинку, но она выйдет только в 12-м каталоге. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайк, если оно еще и полезное. И если есть вопросы, пишите в комментариях. Всегда с удовольствием с вами общаюсь. Кстати, если вы еще не подписались на мой инстаграм, то рекомендую подписаться, потому что я стараюсь каждый день выкладывать обзор одного из продуктов. И вы его найдете или в сторис, или у меня там в ленте найдете. Как? Вы найдете у меня в IGTV информацию о этом продукте и сможете выбрать, что вам интересное посмотреть. Вот, теперь точно все рассказала. Спокойной ночи, если у вас ночь. Доброе утро всем, кто проснулся. До новых встреч. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro. Топ-видео!